Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкорупська. Я рада вас вітати. Сьогодні понеділок, і як завжди у цій порі ми зустрічаємося з медиками нашої області, говоримо про питання з охорони здоров'я, медицини. І сьогодні в нашій студії є заступник головного лікаря обласного наркологічного диспансеру Олена Анатоліївна Павлова. Доброго дня вам. Добрий день. Олена Анатоліївна у нас не просто так, як черговий гість, а з нагоди того, що наркологічний диспансер в нашій області відзначив 35 років. Я навіть трішечки така в подвоєних відчуттях, тому що з одного боку, що краще би такої біди в нас взагалі не було, і ви працювали в якихось інших галузях, а з другого боку хочеться привітати, тому що вас, тому що робота у вас дійсно нелегка, пов'язана з такою специфічною категорією населення, яка перш за все від вас, як і від лікарів, потребує допомоги, підтримки і виходу з складної ситуації, в якій вони опинилися з тої чи іншої причини. І сьогодні ми говоримо про те, взагалі, як виникла в нас потреба відкриття такого диспансеру і трішечки спочатку про вашу історію. История наркологического диспансера началась еще в 78-й год, а вообще в 78-м году, когда открылся городской наркологический диспансер. Первым главным врачом диспансера был Беловол Валерий Васильевич. Но проблема алкоголизма и наркомании это была испокон веков. Но, к сожалению, в последнее время это стал вопрос более острым, более актуальным. И в связи с этим возникла необходимость создания уже не городского диспансера, а расширить его. И был образован в 81-м году областной наркологический диспансер, который в то время возглавил первый главный врач диспансера Роговский Владислав Анатольевич, который почти четверть столетия возглавлял диспансер и является фактически основоположником наркологической службы области. В то время у нас было всего лишь одно стационарное отделение и четыре наркологических кабинета в городе Николаеве. Этот диспансер располагался сначала на Нагорной, а потом на улице Володарского, 4. Скажіть, будь ласка, чому виникла, ви вже сказали, що загострення було ситуації, виникла потреба вже розширювати сферу своєї діяльності. А от за роки роботи в диспансері, чи проводилась така якась спостереження, статистика, коли, в які моменти в нас найбільше ваших пацієнтів навколо з'являється? Да, конечно, мы делаем анализ распространения и заболеваемости наркологических заболеваний. И вот пик приходится на 91 год. И второй пик у нас с 2005 года. И сейчас идет стабильное увеличение заболеваемости и распространенности по алкоголизму и незначительное снижение по наркомании. И сейчас у нас на учете в области состоит около 13 тысяч наркологических больных. Из них 2600 – это больные наркомании, и около 12 – это больные алкоголизмом. А вот взятие на облик – это примусова мера якась, чи добровільна? Добровільна, добровільна. Тобто примусово ви людину на облик поставити не можете? Ми беремо згоду цієї людини, а також у разі її бажання ми применяємо стаціонарне лечення і беремо також согласие больних на лечення, тому що принудительне лечення у нас в стране не существует только по рішенню суду. А от як вирішити, що людина
хвора, ну, наркоманія якось так більш зрозуміло, так? Та, яка вживає ті препарати, які відносяться до наркотичних речовин. Це якось більш для мене особисто зрозуміле поняття і рамки, чому людина буде у вас стояти на обліку. А от алкоголізм, в якій мірі, коли вважається людина алкоголіком і коли їй потрібно лікуватися і звертатися до вас або її рідним? Ну, вважається, що алкоголізм проходит становление этого заболевания, проходит три этапа, три стадии. Начально это формируется психическая зависимость. Вторая стадия уже не только психическая, но и физическая зависимость. И на третьей стадии это, как правило, уже идут осложнения, соматические заболевания, различные внутренних органов. Это циррозы, гепатиты алкогольные, алкогольные энцефалопатии, полинейропатии. И вот, в принципе, алкогольный делирий обязательно может быть, да, при длительном употреблении. Алкогольные могут быть эпилепсии. То есть это довольно сложные, такие тяжелые осложнения, которые могут повлечь за собой очень печальные последствия. И продовжуючи нашу розмову саме про діяльність диспансеру, скажіть, будь ласка, скільки людей лікується у вас там щорічно, як ця статистика ведеться, і скільки ви в змозі лікувати людей? Ну, структура нашего диспансера на данном этапе, конечно, раньше у нас было около 500 коек, но потом в связи с ухудшением финансирования мы реорганизовывались, и сейчас у нас 130 коек, это имеется 3 стационарных отделения. Первое отделение – это отделение для больных наркоманией, второе отделение – женское, и третье отделение – это для больных алкоголизмом. Всего 130 коек, и мы в среднем лечим в год около 4000 больных. Вони всі виліковні, чи це тільки ви їх підтримуєте? Трудно сказать, потому что считаются наркологические заболевания. Это хронические заболевания, которые характеризуются периодическими обострениями. Конечно, есть достаточно большой процент ремиссии, то есть удержания от употребления психоактивных веществ. Но достаточная часть, большой процент возвращается периодически к нам. Якщо замінити слово «великий процент» якоюсь цифрою приблизно, то скільки вертаються? Ну, якщо вважати 30% ремісії, то десь 70%. І то це все залежить від алкоголіка або больної наркоманії. В частності, вот для больних наркоманії ми дуже тісно співпрацюємо з реабілітаційними центрами. У нас є 3 центри в області. Це Вознесенський центр реабілітаційний для молоді. В Осетровке, это Очаковский район, центр «Джерело», источник. И еще есть центр в Большой Коренихе. Мы направляем больных наших, и больные и с алкоголизмом, и с наркоманией, мы их направляем в реабилитационные центры для дальнейшего прохождения ресоциализации и реабилитации. Некий термин пребывания их в этих центрах? Все тоже индивидуально. Стараются удержать, ну, как минимум 3 месяца. Но желательно, конечно, больше. 3 месяца для лечения наркомании, поверьте, это недостаточно. Это недостаточно. Хотя бы год надо. Целый рік. Ну, хотя бы. І тоді варто, я думаю, звертатися до нашої молоді, не тільки молоді, тому що чи варто це років вашого життя, так, втрачених? Які сумнівне задоволення, які вам пропонують товариші. А профілактичну роботу ви ведете от серед молоді, серед студентів, серед школярів? Да, у нас ведеться профілактична робота. Ми перші в Україні почали проводити наркологічні профілактичні осмотри учащихся школ і училищ ПТУ. І проводим их с 85 года.
эту наш опыт хотели распространить по всей Украине, но, к сожалению, там что-то не сложилось, и мы так и продолжаем. И сейчас ставится вопрос в Министерстве охраны здоровья о том, чтобы внедрить вот наш опыт тоже по всей Украине уже повторно. С какого века начинаются эти огляды? Независимо, возраст не имеет значения. Нам, мы когда приходим в школу, нам учителя подают группу риска, то есть это те дети, которые замечены в употреблении каких-либо веществ, которые прогуливают уроки, курят, и мы проводим профилактические осмотры вместе с родителями. Тобто батьки присутні обов'язково при цьому? Либо родители дають просто разрешение на проведение. Що ви дивитеся? От як проходить цей огляд? Суто як мама, наприклад, не дай Боже, але на що звертати увагу батькам? От зараз такий трошечки завісу привідкриємо при цих осмотрах, оглядах. На що ви дивитесь і на що варто звертати увагу батькам для того, щоб, ну, не дай Бог, але вчасно помітити якісь зміни у дитині? Ну, прежде всего, конечно, врач-нарколог беседует с детьми. Беседует, и в ходе беседы выявляет какие-либо отклонения в поведении, в психике ребенка. Что я могу сказать, обращаясь к родителям? Если родители замечают изменения в поведении ребенка, то есть ребенок становится раздражительным, у него меняется, новые компании появляются, поздно приходит домой, начинает пропускать уроки, не идет на контакт, закрытый. Как правило, дети закрываются, они не хотят об этом говорить на эту тему. Появляется либо излишнее возбуждение, либо излишняя сонливость. То есть, если налицо вот, ну, еще есть многие признаки, но и расширение зрачков, и, может быть, дрожание пальцев рук, может быть, повышенный гипергидроз, это пытливость кожи, или наоборот сухость. Дети начинают, могут больше есть сладкого, как правило, тянет к сладкому. Вот, то в этих случаях мы рекомендуем обращаться к врачу-наркологу. У нас в наркологическом диспансере есть подростковый кабинет, возглавляет его Бузовский Петр Семенович. И мы рекомендуем прийти на консультацию к врачу-наркологу. Бояться постановки на профилактический учет к врачу-наркологу не надо, потому что, во-первых, это делается только с согласия родителей. Вот, а во-вторых, с ребенком проводится соответствующая работа, которая является профилактической и предохраняет от перехода в более серьезные стадии заболевания. Щодо інших сфер вашої діяльності, великий спектр вашої діяльності – це водії, так, яких вам привозять для того, щоб ви встановили стан сп'яніння наркологічного або алкогольного. Скільки таких випадків у вас за місяць, за рік, яка статистика цього? І як часто підтверджується, що дійсно водій знаходиться в якомусь не дуже адекватному стані? У нас в диспансері существує лікувально-діагностичне відділення, яке состоит із кабінету експертиз і відділення профосмотру. Так от, в нашому кабінеті експертиз проводиться осмотры на состояние опьянения, как алкогольного, так и наркотического. В среднем у нас проходит почти около 7 тысяч человек через это отделение. Вот в 2015 году у нас было выявлено, прошло 1800 водителей, из них было выявлено 333 человека в алкогольном опьянении и почти 70 человек в наркотическом опьянении. То есть благодаря вот этой работе по выявлению водителей уменьшается риск и дорожно-транспортных происшествий, смертельных случаев. Вы сами понимаете, что такое водитель пьяный за рулем. Ну, от для мене зрозуміло особисто, що таке алкогольне сп'яніння водія, так, його навіть, ну, видно, відчувається запах, і саме по таких ознаках вам доставляють цих водіїв для того, щоб фактично визначити тільки кількість промілів в крові, так, іноді.
І для того, щоб виписати довідку, що саме виявлено, в якій кількості. А от не дуже зрозуміло, і я думаю, що багатьом також глядачам, як виявляється наркологічне сп'яніння. Наркотическое опьянение. Да, при алкогольном опьянении мы проводим исследование выдыхаемого воздуха с помощью аппарата Драйгер, алкотестер Драйгер, и берем либо кровь, либо мочу в зависимости от ситуации. Если дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, либо какая-то конфликтная ситуация, то мы, как правило, берем еще и кровь, и мочу. Наркотическое опьянение выявляется с помощью двух методов. Первый метод – это швыдки-тесты на наркотики, которые могут проводиться либо на 3 наркотических вещества, либо на 6 веществ. Сюда входят опиаты, каннабиноиды, амфетамины, метамфетамины, кодеин, марихуана. Вот. Если положительный тест, значит, мы тогда уже берем мочу. И с помощью аппарата газохроматографа проводится уже дополнительное исследование, которое либо подтверждает, либо исключает наличие наркотического опьянения. То есть тест – это не остаточный висновок? Нет, обязательно нужно два источника исследования, два метода исследования. Швидкий тест і наш газохроматур. А протягом якого часу наркотичні речовини зберігаються в організмі і виявляються? Ну, це залежить від виду вещества. Опіати можуть там сутки двоє, а канабіноїди навіть в течение місяця можна виявити. Тобто, якщо людина вживала канабіс, так? То протягом місяця, навіть якщо вона не вживає, то це можна виявити в аналізі. Да. Ну, в основному, звісно, менше, але протягом течения навіть місяця. Зрозуміло. І ще те, що протягом 35 років існує диспансер, то саме з собою в мене напросилося питання. А от чи за ці 35 років змінюються якось методи лікування цих хвороб? І наскільки вони дієві? Да, конечно, внедряются новые методики, вот в частности, по лечению больных наркоманией. Мы сейчас используем метод, у нас в области внедрен метод заместительной поддерживающей терапии. Этот метод заключается в том, что больному наркомании дают препараты, которые являются заменителями опиатов, то есть агонистами препараты, агонисты опиатов. То есть больным уже не нужно ходить и искать уличный наркотик. То есть мы безкоштовно от державы даем им... Это тот самый наркотик? Вот мне не зрозуміло. Поясните. Наркотик, ну, он, в принципе, мы получаем этот препарат, проводим эту заместную поддерживающую терапию благодаря содействию международных организаций. Uh-huh. Это Международный благотворительный фонд Видроджиня, тоже благотворительный фонд Альянс звил СНИДу в международной в Украине и Глобальный фонд. Вот, они нам помогают финансово, они предоставляют нам препарат, и мы его совершенно бесплатно раздаем больным наркоманиям. Как действуют эти препараты? Больной, принимая препарат, ощущает комфортное состояние, ему не нужно уже бегать искать, в основном, конечно, бегать искать другие уличные наркотики. Они, как правило, могут даже трудоустраиваться, работоспособные становятся и более адаптированы в социальном плане. То есть вот этот метод позволяет решать многие медико-социальные проблемы. К тому же уменьшается рискованное поведение больных, которое заключается в том, что больные не употребляют уже наркотики внутривенно, то есть уменьшается риск заболевания такими грозными инфекциями, как ВИЧ, как гепатиты и другие.
І скільки от препарату потрібно людині раз в день, раз в тиждень вживати, щоб замістити наркотики? Ну, як правило, препарат дають у нас утром. Больные приходят, получают препарат утром. И время не ограничено, то есть мы не ограничиваем. Подбираем комфортную дозу для больного, и он получает неограниченное количество времени. У нас есть больные, которые находятся уже в программе с 5-го года, с 8-го года. И щодня они приходят до вас и отримують цю терапию? В принципе, до последнего времени они приходили, получали препарат ежедневно. Но сейчас у нас немножко меняется политика в этом плане. Мы становимся более демократичными и начали выписывать препараты по рецепту. То есть больной идет в аптеку, предъявляет наш рецепт, ему дают наркотики на 10 дней, и он получает препарат дома, самостоятельное. Либо некоторые больные приходят и получают у нас непосредственно в диспансере тоже на 10 дней. Это позволяет нам уменьшить нагрузку на медицинский персонал. Ну и, конечно, для больных это очень удобно. А чи є от замісна терапія кроком до повного виліковування? Да, у нас некоторые больные полностью ушли уже из программы. И адаптированы к жизни уже без наркотиков. И не повертаются. И не повертаются. Есть и такие, да. Ну, дай Боже, щоб так було, щоб дійсно ці методики вони діяли, тому що це біда, перш за все, для рідних, поруч з якими живуть наркозалежні. І дійсно, думаю, що криміногенна обстановка трішечки заспокоїла зведенням. Да, в цьому плані, дійсно, уменьшається криміногенна обстановка, тому що больні вже не ходять і не іщуть препарати, не покупають їх. Це дуже добре. І от замістительна терапія у нас розпространилась вже на багато райони. У нас зараз відкрито 13 сайтів. В городе Николаеве у нас замісна терапія проводится в наркодиспансере, в КСПМСД номер 4. Рядышком у нас Николаевский район, Витовска, КСРЛ. Ну и также в крупных в городах области, это Южноукраинск, Вознесенск, Новый Бух и так далее. Призначення замісної терапії проводиться тільки за показаниями лікаря, так? Конечно, когда у больного установлен диагноз наркомания, то на усмотрение врача-нарколога назначається терапія. Для того, щоб було зрозуміло глядачам, скільки може витратити один наркозалежний в день на те, щоб задовільнити потребу свого вже хворого організму? Ну, считається, що середня доза, от ми даємо середню дозу метадола, допустим, це 100 мг в день. Я думаю, що це, наверное, около 200-300 гривен. В день? Да. Ну, это средняя дозировка, которая вот соответствует, если... Так, в среднем, если... 1-2 кубика, да, вот такая небольшая. Но, к сожалению, употребляют и больше. 200-300 гривен в день, это зараз навіть рідко де... такі зарплати знайдеш, так? А враховуючи, що наркозалежні – це соціальні особи, більшість своєї, які ніде не працюють, то їм десь потрібно взяти ці кошти для того, щоб задовільнити потреби. На самом деле, да, цифри получаются очень большие. Если посчитать за год, то это получаются огромные цифры. Огромные, которые идут в мафіозні структури. Ну, будемо жити з надією, що рано чи пізно у вас не залишиться роботи, вибачте, але ви підете працювати в інші структури медичні. Хотілося б надіятися, да. Так, і хотілося б, щоб на честь ювілею вашого закладу ви побажали собі, своїм колегам і пацієнтам наостанок. Прежде всего, звісно, я хочу пожелати всім здоров'я, не попадати к нам. Ну, а если уже есть такие проблемы, конечно, от них тяжело
уйти самостоятельно, и поэтому я рекомендую обращаться к нам в наркологический диспансер. У нас есть контактные телефоны, есть телефон доверия. Запишите, пожалуйста, 24-41-93 и 24-02-18. И телефон в регистратуре 24-01-51. Пожалуйста, родители с детьми, приходите к нашему подростковому наркологу и решайте все проблемы. Дякую вам за інформацію надану. Я бажаю витримки вашим працівникам і щоб методики були найсучаснішими, і щоб все складалося так, як хочеться. З нами сьогодні була Олена Анатоліївна Павлова, заступник головного лікаря обласного наркологічного диспансеру. Заклад відзначив 35 років і сподіваємося, що все буде у вас добре і у ваших пацієнтів також. Дякую за увагу нашим глядачам. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв. До побачення, до нових зустрічей.